Член республиканского общественного штаба кандидатов президента Касым-Жомарта Токаева провели ряд встреч в Восточно-Казахстанской области. В ходе поездки они встретились с многодетными матерями, рассказали о социальном направлении предвыборной программы. Посетили производственно-инжиниринговую компанию, где обсудили вопросы создания конкурентной и безопасной трудовой среды. В тот же день прошла встреча с молодыми IT-специалистами. Им представили отдельный блок предвыборной программы, посвященный развитию и продвижению цифровизации. В продолжение агиткампании сторонники Токаева встретились с представителями этнокультурных объединений региона. Мы начали реальные демократические реформы. Это только начало большого пути. Казахстан строит страну с равными возможностями для всех граждан. Предпринимаются серьезные шаги, чтобы нашим главным приоритетом, главной ценностью для нас был закон. И все следовали закону, чтобы никто не был выше закона.